Перед началом совещания хочу поблагодарить тех сотрудников исполкома, которые откликнулись на наш призыв и приехали сегодня в день без автомобиля на работу не на автомобилях, а на общественном транспорте. И, как мне доложили, кто-то даже на велосипеде. Кто-то относится к этому дню как к шутке, кто-то как к развлечению. Однако вопрос транспортной инфраструктуры – это серьезная проблема для всех крупных городов. В Казани 350 тысяч автомобилей. И несмотря на повышающие требования к экологической безопасности автомобиля, ущерб, который наносится окружающей среде и человек, полностью нивелировать просто невозможно. Буквально на прошлом деловом понедельнике Алмаз Асгарович порадовал нас информацией о том, что качество воздуха в городе стабильно улучшается на протяжении последних 4 лет, но это не повод для того, чтобы задвинуть этот вопрос на периферии. Ведь он касается самого ценного – здоровья горожан. Разумеется, тут многое зависит и от инфраструктуры, и в последние годы многое удалось добиться для ее улучшения. Но, пожалуй, самое важное, помимо строительства дорог, развязок и как следствие уменьшения пробок на дорогах, это увеличение пешеходных зон. Набережное озеро Кабан, улица Каюма-Насыри, новая набережная на Федосеевской – это те места напоминают о том, что город в первую очередь не для автомобилей, а для людей.